Ну что, мы говорим пока и до свидания солнечному и теплому Пекину. Все потому, что мы переезжаем. А куда именно, узнаете, смотрев сегодняшний ролик. Погнали! Небольшая остановка, точнее сказать, пересадка, трансфер в аэропорте Сеула, Корея. Здесь буквально рядом, и с Пекина, да, получается, до Сеула залетели за 2 часа. Слушайте, был здесь один раз всего лишь, где-то в 18 или 19 году, точно не помню. Но крутой, конечно, аэропорт, все такое прям современное, такой огромный, и все такое очень удобное, классное. Тут, конечно, вам не Пекин здесь, то есть водичку нужно, если заполнять, то она холодная, то есть... В отличие от Китая, можно горячую попить в Пекине. А так, пожалуйста, все рестораны и кафе. Очень много китайцев. Не понимаю, либо путешествуют, либо уезжают. И очень чисто, и очень так светло. То есть все равно чувствуешь себя очень комфортно. У нас получается пересадка через несколько часов, буквально там 4-5 часов. Можно немножко пофлексить, порелаксить, отдохнуть, попить кофейку, поглазеть на самолетике, не знаю, почитать книжку и ждать длинного перелета. Пока не буду говорить вам, куда вы все увидите, как говорится, первыми. Так что давайте отдыхать. That should only be inflated as you leave the aircraft. Si vous avez une inquiétude ou besoin d'aide, adressez-vous à l'un de nous. Мы пролетаем над Токио, вот, только что ужин закончился, и пришло подкрепление, не знаю, насколько видно, нет, бутылочка вина здесь у меня. В принципе, мы ее уже практически опустошили, и думаем тост, скажем так, за наше будущее. Пью! Такое ощущение, что в последнее время я становлюсь такой неженкой, несмотря на то, что полет длился 10 часов, я где-то, в принципе, только часик, мне кажется, вздремнул и поспал. То есть практически мне не удалось. А у нас еще это только пересадка. Итак, всем привет, мы в Ванкувере, в Канаде.
И сейчас нам нужно еще пересесть на следующий рейс. А перед этим, по всей видимости, нужно пройти таможню и все проверки. И все контроли, и получить все пермиты. Фу. Так что сегодня нужен большой запас сил. Сейчас по местному времени 12 часов дня, а у меня на часах по-нашему, по-китайскому, 3 часа ночи. Ну что, ребятки, добро пожаловать в Канаду, Ванкувер. Еще смотрите, прикольное отличие, то что такое, не знаю, на доверие строится, либо на чем. То есть... Вот и выход, никем не регулируется, можно спокойно зайти и выйти без какого-либо сканирования, то есть отличие от Китая и Москвы, да? Чтобы мне точно поверили, что я в Канаде, смотрите, вон там вдалеке флаг Британской Колумбии, канадский флаг, и видим флаг города Ванкувер. Погодка стоит такая сыроватая, даже дождик поливало, прохладно, 4 градуса, понятно, облачно. Здесь так, это вам не Пекин. Много времени ушло на получение документов. У нас получается наш рейс, как бы сказать, мы его пропустили, поэтому нас просто перевели на другой рейс. Все, то есть мы должны были прибывать в 6 часов, теперь прибывать будем, прибудем в полночь. Пока здесь тусуемся какое-то время. Сейчас 3 часа, и с пересадкой нас садят через Калгари. Как-то херово я выгляжу. Так, ладно, пойду ждать, еще не остается. Я говорю, пересаживаемся, с Ванкувера летим в Калгари. В Альберте, я тут уже пересаживаемся. В свою конечную точку прилетаем в полночь. Там, надеюсь, возьмем Uber и как-нибудь доберемся до Airbnb, до своего ночлега. У меня уже язык заплетается не потому, что я пил, бухал, либо что делал, а потому, что просто плохо спал. Так, ребятки, уже почти ночь. Время у нас местное, скажем так, 12 час доходит. И вот мы прибыли наконец-то в конечную нашу точку. Аэропорт Виннипег. Столица провинции Манитоба. Вот сейчас таксу заказали, Uber ждем. Очень у нас много вещей. Вы уж меня простите за качество, снимаю на телефон. Вот, погодка, я думаю, холодная стоит, где-то минус 10. Я видел там лед и очень много снега. Ждем таксу и едем домой. Ну, как сказать, домой. На съемную хату пока. Все, до завтра. Я тут немножко скованная, скомканная концовка получилась, сами понимаете, довольно-таки длительный был перелет, несколько пересадок, добавок к этому ко всему нужно добавить разницу часовых поясов и полностью сбитые биологические часы, говоря по-простому, джетлаг. Также у нас было большое количество багажа, это 5 чемоданов и 2 больших рюкзака. В сам Виннипег мы добрались только к полуночи, жена вызвала Uber, и у меня осталось только сил достать телефон и снять аэропорт. И вот мы едем по ночному Виннипегу в сторону домика, который заказали ранее на Airbnb в теплую кроватку. На этом у меня все. Всем оптимизма. Пока.